Прокуратура города совместно со специалистами Роспотребнадзора провела проверки интернатов, домов ребенка и реабилитационных центров. Всего на территории города 7 учреждений с постоянным пребыванием детей, и во всех выявлены грубые нарушения, связанные с условиями содержания несовершеннолетних. Большинство интернатов и реабилитационных центров города нуждаются в ремонтных работах. Множество нарушений выявлено также и при организации медицинского обслуживания несовершеннолетних в данных учреждениях. Во всех проверенных медицинских кабинетах выявлены нарушения условий хранения лекарственных препаратов, а также факты использования лекарств с истекшим сроком годности. В общей сложности по итогам проверки выявлено 38 нарушений закона. Руководителям упомянутых учреждений вынесены представления об устранении недостатков. К директору реабилитационного центра переменены административные санкции. Повторная инспекция пройдет через полгода.